Дом, милый дом, как же мы любим свой пока маленький и юный вок-домик. Мы все такие разные. Женственность, грация, непосредственность, аристократичность, манера держать и подавать себя. Бесспорно достойная и цепляющая окружающих. Мы не просто команда, мы танцевальная семья. Всегда поддержим и поможем друг другу. Как в любой семье, у нас есть свои важные даты и традиции. 3 марта мы празднуем свой день рождения. Это весной нам уже будет 2 года. Сейчас в нашем доме 9 занозок. 8 из нас живут в Иванове. Гамбит, поступив в ВУЗ, переехала в Санкт-Петербург. Отличительной особенностью нашего дома являются наши маленькие дивы. Танцевать вок с самого детства – это очень необычно. Есть определенная специфика направления. И мудрость преподавателя заключается в том, чтобы детки танцевали адекватно своему возрасту. Поэтому для развития наших девочек мы нередко прибегаем к персональному формату занятий. Женственность – это то, чем наделила нас природа. Мы холим, леем и развиваем в себе присущую нам природную женственность. Возможно, именно поэтому цвета нашего дома – бежевый, кремовый, молочный, медовый. Цвет кожи человека. Что может быть еще более натуральным и естественным? Одним из главных источников вдохновения для нас является русская культура, русская мода, музыка, танцы. Сейчас русские народные танцы не так популярны, как прежде. Интерес к ним поник с появлением западных современных танцевальных направлений. А нам вот очень обидно. У нас богатейшая культура и традиции, которые нельзя забывать и игнорировать. И мы будем делать все возможное для того, чтобы у вока появилась еще одна стилистика – русская. Наш дом проводит в год несколько вок-событий. Самым глобальным считается Russian Label Vogue Ball. Название говорит само за себя. Мы очень рады, что на наш бал приезжают участники со всех городов России и ближнего зарубежья. Это замечательное действие обогащает и дает заряд энергии на дальнейшее развитие. Вок – это целый мир. Наша фамилия в нем – Заноза. Мы чувствуем сильную энергетику от своего второго имени. Поэтому будем продолжать прославлять это гордое и родное сердцу имя.